Знаменито играешь. Походи, браток. Дело есть. Ну, что ты трепыхаешься? От меня-то не убежишь? Знаменито играешь. А ну-ка, выдуй-ка еще что-нибудь. Че, не обедал? На! Ну, музыкант, я тебе хлеба дал? Дал. Так ты мне этот хлеб отработай. А я, брат, ведь тоже артист. Только по другой части. Ай-яй. А ты что в лесу, как медведь, прячешься? Убил, что ли, кого-нибудь? Ты, брат, от гороха ничего не скроешь. Я тебя насквозь вижу. Он сам утонул. Кто? Лебедев Иван Никитич. Он сам виноват. Жила кулацкая. Я у него малевщиком работал. Лес на Волгу сгоняю. Вот. Сидим мы раз у Волги. Я и Анук. Никому не мешаем. Как хорошо ты играешь, Гаврила. Погоди, я еще не так буду.
здорово буду играть. Опять приставал ко мне. А борода-то у него колючая. Албаста, а дат туден дене пежем вилат? Не балуй. Ты чего от меня бегаешь? Ишь ты. Шустрая. Козуля. Ты сам того. Не балуй. До 17-го, Иван Никитич, хозяева ходил. И теперь Иван Никитич хозяева ходит. Теперь хозяев нету. Нету? Ну, Иван Никитич, Лебедев как? Без меня, говорит, советский влас обойтись не может. Мне, говорит, советский влас разрешила. Я, говорит, опять хозяин. Я, говорит, за вас перед властью отвечаю. Мы, значит, будем работать на советскую власть. А Лебедев денежки в карман к себе класть. Так что ли? Да. Угу. Ну, еще что скажешь?
Ну и... Дура же ты. Ежели при советской власти без хозяина работать не учусь, дура есть. Ничего, научимся. Ковырля. Сыграл, да? На сердце грусти меньше будет, а я спляшу. Играешься? Черемисская лопата. Бежал я оттуда. С тех пор вот и прячусь здесь. Домой вернуться боюсь. А что со мной дальше будет,
Я и сам не знаю. Ну ладно, ты не бойся, я ничего не скажу, шухер не подыму. Мое дело сторона. Ну вот, теперь на пару будем работать. Тебе как звать-то? Ковырля. Ковырля? Нет, какая ковырля? Нет, нет, чего ты такой мудреная? Я тебя буду лучше... Мишкой звать. На. Дына. Кто-то. Ох, брат, мы с твоей дудкой таких делов накрутим. Прямо держись. Вы теперь все почтенные жиготигели, но любили вы все как один. Может быть, дорогие родигетигели, я и есть незаконный ваш сын. Вот я весь изможденной и скромной, коли в гроше кто откажет из вас, то поверьте с усмешкою злобной, я подохну при вас через час. Папочки и мамочки, циклопотык-качки, цепочки, мадамочки, циклопотык-качки, подавайте пятачки, циклопотык-качки, не втирайте нам очки, циклопотык-качки. Давайте, давайте, граждане, давайте скорее, не стесняйтесь, давайте, давайте покрупнее. Давайте, давайте, делать его некуда. Ну что же, это маловато, давай, 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 давай. Thank you.
Стой, не ведешься! Бей его! Мэр работает! Ваш! Что вы его? Да вот девчонка одну тут обокрали! Ну-ка, что вы делали? Он не крал! Где деньги украли? Дайте мне его! Дайте мне его, то я вас сейчас... Коверля! Коверля! Ты? Ты вор? А ну-ка! Это не я! Погоди, дай сказать! А ну-ка, мы шел и штеному, ты номер и ты на мне! А ну-ка, слушай! А ну-ка! Куда же погоди, ты? Куда же ты? Коверля! Куда же ты? Нет, это не он! Я сама потеряла! Пустите! Пустите его! Коверля! 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 Это что у тебя? Чей? А? Коверли. Нет твоего Коверли. Думать об нем брось. Слышишь? Нет. Нет. Если бы знать, где он... Ну что, работнички, семичасовый рабдень, наработались? Норму-то выполнили? Легавые черти! Фу. Погоди, и ты работать будешь? Я работать? Я? Да я домушничать бросил, потому что с инструментом возиться надо, с отвертками разными там. Ой, фраер,
Ой, фраер! Да от работы мухи дохнут. Разыграю мировой спектакль. Я вас люблю. Люблю безмерно. Без бл-бл-бл-бл. В тюрьме ученым стал, любовную переписку завел. Дорогая Анук, помнишь ли ты обо мне? Про старое вспоминать ты. Кто это сделал? Ну, садитесь. Грязнов. Вы, кажется, спец. Вот вам отвертка. Чего? Отвертка, говорю. Как дела? Славно. Ты это давно так здорово играешь? А теперь, товарищи, послушайте волжскую песню в исполнении оркестра филармонии и хора. Способности у тебя есть. Тебе бы в консерваторию. Чего?
консерваторию. Музыке учиться. Музыке. Я, брат, музыку еще с детства люблю. Мальчонкой был, сам хотел музыке учиться. Да не вышло. Куда там в то время? Комсомол, валяй ты. Ну, грамотей. Садись уж. Дорогая Анука, помнишь ли ты обо мне? Отковырли. Я люблю тебя по-прежнему. Любит. Живу я в городе. Здесь научили меня грамоте. Любит. По-прежнему. Анук, ты уж не сердись, а учиться, это ты правильно, мы тебе поможем. А ну давай письмо, давай, давай.
Живу я в городе. Здесь научили меня грамоте. Теперь я музыке учиться хочу. Мы теперь сами хозяева всех плотов и лесов на Волге. Всей грамоты всех песен. А про старое даже вспоминать стыдно. Очень я скучаю о нем. А вернуться мне нельзя. И все из-за Лебедева. Кого, кого? Из-за Лебедева. Ежели бы не он, не пришлось бы мне скрываться. Прощай, Анук. Ну? Все? А где же он? Тут не написано. Товарищ Волтёк, дело это, понимаешь, такое. Будет у вас тут учиться музыке один паренек из исправдома. Способный, понимаешь, парень. Ну, шалый немного. Так вы, ребята, присмотрите за ним. Поддержите, ежели что. Да где же он? Только что здесь стоял. В чем дело? Ну? Так что же вы, собственно говоря, мой друг, умеете?
Недурно. Недурно. Но это, конечно, еще не музыка. Да. Видите ли, мой друг, у нас, собственно говоря, инструментов таких даже в программе нет. Отойди-ка меня. Отойди-ка меня. Я его буду брать в мой класс. Это не пустяк, Григорий Николаевич. Вот это самоучник, народный виртуоз. Искать такой ученик — наш колоссальный проблем. Много великий композитор, как это по-русски, Онегин... Вложил в свой музик кусок народной песни. Отойди-ка меня. Как ты называешь? Миша. Ну, Миша, играй еще один какой-нибудь народный песня. Карл Францович, Карл Францович, у нас же заседание. Неудобно все-таки как-то. Ах, извиняйте, пожалуйста. Вот он. Товарищ Фасторский, вот тут пришел поговорить насчет этого парня начальник политвоспитательной части из правдома. Как фамилии вот этот курьезен маленький флейт? Шалтыш. Шалтыш? Очень мил. Я буду тебя научил другой шалтыш, большой серьезен флейт. Ну, держись. В случае чего, приходи. Ну вот, хорошо. Все в порядке. Спасибо, товарищ. Вот этот инструмент имеет называться флейт. Сначала техник нетрудный. Ведь стучал палец вот этот. Вот этот. Файнберг. Через год вы умеете более сложный гам. Волчок.
через 5 лет вы уже виртуоз und исполнял вот это. Also, начинайте. Если в газете написана картинка, значит, умер. Умер? Погадать надо. А ну-ка, бабуленька, давай я тебе погадаю. Дорогу национальной музыки. Ой, ковырля. Что? Ковырля.
Миша и Шпай. Талантливый мариец Миша и Шпай премированы на конкурсе молодых дарований. Так, как же это? Нет, здесь это что-то не так. Но ведь это же ковырлях. Если бабушка он имя сменил, значит, дело нечисто. Нечисто. В очках. Но все тот же. Бабушка, а я его увижу. И все узнаю. Знаете, я старый человек, и я никогда так не волновался. Вот это удивительно, очень. Джурима, концерт. Как это вы делаете, а? Да вот. Ха-х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 а
мной удивительное время. Какой удивительные люди. Абер, я уже старый. Я старый? Кто говорил? Я старый? Верзакт, я старый? Нет. Эй, здорово. Познаешь? Горох. Нет. Я теперь Цибуля. Моя настоящая фамилия. А ты что здесь делаешь? Блекботом танцую. Лунные ванны принимаю. Ох, и дудилка у тебя. Чего ты трепыхаешься-то? Я ж так по-приятельски. Слушай, ты за что здесь сидел? За кражу, а? Или за то дело? Малахольная. Откуда ты его знаешь? Кого? Его? Так, гражданин начальник. А о чем ты с ним разговаривал? Ох, и дудилово его. Ну так вот ты мне скажешь сейчас, откуда ты его знаешь, понял? Хорошо играешь, Миша. Эх, ребята, работать как будем. Казбек в облаках. Пастухи слушают Баха. Что приуныл, Миша?
окончили мы консерваторию. Разъедемся кто куда. Работы теперь хоть отбавляй. Ты у себя на родине что будешь делать, а? Никуда я не поеду. Я остаюсь здесь. Не поедешь? Почему? А чего я там не видал? В городе жить веселее. Ничего вы, ребята, не понимаете. Я хочу ехать. Хочешь, да не едешь. Как же? Виртуоз. Талант. Что ему там в глуши делать? Ты что же, дезертировать решил, Миша? Пойдите вы все к черту. Чего ко мне привязались? Хочу еду, хочу нет. Никому отчета я давать не обязан. И вообще, оставьте меня в покое. Работы испугался. Свободный художник. Простите, пожалуйста, в консерватории мне сказали, могу я видеть Ковырлю? Нет, товарища, вот этого товарища. Вот он. Товарищ Чешпай. Марийский отдел народного образования поручил вас мне, меня вам поручил передать. Ковырля. Ковырля. Это... Вы ошибаетесь, товарищ. Я не тот, за кого вы меня принимаете. Как? Я вас не знаю. Ты меня не знаешь? Нет. Ковырля. Моя фамилия Эшпай. Товарищ Чешпай, Марийский отдел народного образования поручил мне просить вас принять участие в Олимпиаде самодеятельного искусства. Странная девушка.
вы не уехали. Почему вы не уехали? Работает? Мне некуда уехать. И незачем. Когда молодой человек незачем ехает, работает к себе, вот это очень плохо. А вот вы к себе тоже не едете? Это совсем другой дело. Вот это более-менее стыдно, молодой человек. Надо иметь старый, он седой волос, чтобы понимать, куда надо ехать, куда не надо ехать. Вот это. Я ждал тебя, Миша. Меня зовут не Миша. Ковырля, знаю. Как? Все знаю. Я 5 лет скрывал все. Я обманул товарищей. Я обманул девушку, которую люблю. Я убил человека. Ну, успокойся. Расскажи по порядочку. Мы жили на Кокшаге, у самой Волги. Я работал сплавщиком у Лебедева, как раньше отец мой и дед. Вот. Мальчонкой знал я Волгу. Плавать умел на одном бревне по самому быстрому течению. Анук жила там же. В тот вечер, о котором я хочу рассказать, yeah.
Как же так? Лебедев, Иван Никитич. Да? Он? Значит... Значит, Лебедев жив. Что же вы мне раньше не сказали? Ждал, покуда сам придешь. Недаром ведь мы тебя здесь учили. Ну, а что поздно, пришел, сам виноват. А теперь слушай, парень, последнее мое тебе напутствие. Со старым все кончено. Поезжай на родину. Ты нужен там. На Кокшаге, на Ветлуге. Больше, чем здесь. И если в чем был виноват, так работай ты это загладишь. И тебе помогут. Как мы тебе помогли стать хорошим музыкантом, настоящим человеком. Судьба тебя вертела, бросала тебя в разные стороны. Судьба. Помни, ковырля, ты теперь сам хозяин своей судьбы. Ну, и делай ее по-хорошему фасону. Не сплошай, парень. А теперь прощай. Если нужна будет помощь, напиши. Елташ Влак, мы Ковырля Сарлаев, Индешочма Элышким и Оршин Толим. Пашам кушташташ кулешижим, май ижм умлейн алим. Go, go, go.